Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Леон. Сейчас я хочу это видео также отнести к рекламе моего сайта, бывшего маминого, по той причине, что, если честно, это мой канал, что хочу, то и снимаю, в принципе. А произошло, хочу снимать еще одну рубрику сделать, что происходит, потому что я тоже очень сильно пользуюсь этими фотографиями, очень сильно пользуюсь, и что у меня происходит по поводу фото, хочу вам рассказать. Вот в апреле месяце, когда я сюда приехал, у меня заработок после России был очень ужасный. Я зарабатывал, когда я отсюда уезжал, я зарабатывал в 6 раз меньше, а в России у меня так страшно упал заработок, что это было нечто. Половину как бы апреля я провел в России, половину апреля я провел здесь и заработал немного. Но у меня были деньги с продажи дома, скажем так. Вот. Дело в том, что в мае месяце, вот я сюда приехал, взял себе опять комплект фотографий, я заработал в 2 раза больше, чем я зарабатывал в России. Вообще, май у меня был обалденный. Ну, очень хорошо заработал, скажем так. Плюс еще дело в том, что у меня тогда была еще акция по процентам. Ну, то есть я... Ну, акция в связи с повышением цен на YouTube-канале. Ой, на сайте. Вот. И даже с понижением... То есть с повышением... Не, тогда повышения цен не было. И повышение цен не было, и вот эта вот акция была, и то я хорошо работал, потому что фото срабатывают так хорошо в России, просто у меня удачи не было, и Россия для меня очень плохое государство, можно так сказать, не могу я там. Вот. А что произошло вот у меня недавно? Я писал ВКонтакте, что сейчас у детей, ну, в возрасте лет до 13, до 14, есть такая ерунда, как игромания. Очень много страдают детей игроманией. Так вот, у меня ребенок старше тоже страдал игроманией. Вот, я на все это плюнул, как бы я ему раньше фото не брал, но не те, что нужно. Сейчас взял ему как-то фото для социализации от лени, для социализации подростков. Вот, и от игромании. Что в оконцовке происходит? 2 месяца уже, как ребенок бегает, гуляет, в компьютер у меня не включается детский, наверное, уже как месяц или полтора, он его вообще не включает, он максимум может на ночь планшет взять. А друзей у него появилось до такой степени, что их уже с подъезда гонят, потому что уже лавочек не хватает, но дети бесятся, вот. У него сменилось 3 девушки, то есть как сменилось? Появилась первая девушка, потом вторая, подруга, в 12 лет это еще не девушка, а подруга. Потом вторая ему понравилась больше, он с ней давай гулять. Сейчас у него 3-я. Дошло до той степени, что он нашел еще и подругу своему младшему брату, у которого характер вау. Там не каждая девочка с таким мальчиком будет гулять, потому что у мальчика не одно шило в одном месте. Вот. Вот поэтому я и хочу объяснить, что фото-то работает. У меня тут есть как бы отзывы, тоже писали, что одна женщина писала, что вот брала от похудения, но у нее не помогло. Как бы она не похудела. А не похудела, я ей написала, а вы вот... Дело в том, что фото вспомогательные. Они не должны решать вашу ситуацию. Они должны помочь вам в той или иной ситуации. Вот, я спрашиваю, а вы диеты или что-то соблюдали? Она говорит, нет. Я говорю, ну а вы что хотите? Соответственно, они не помогут. Вот если я беру на удачу и деньги, так, я пытаюсь, вот, как работаю, все это, на деньги работаю. Это не, я не просто кину эту фотку и жду. Я стремлюсь к более заработать. Поэтому, как бы, у меня и они хорошо и работают. Конечно, если диванный эксперт возьмет себе фото на удачу и деньги, никаких, конечно, удачи, удачу-то он получит, а никаких денег, если он не будет чесаться и не будет. Вот. Поэтому хотел вот это объяснить. Вот так вот сейчас сработало у меня вот это вот фото по поводу социализации и отыгрывания у ребенка. А сейчас это очень-очень, кстати, большая проблема для молодых семей, у которых детям там от 8 и выше
Детей никак не вытащить от компьютера. Так вот, фото сработало у меня. Спасибо за внимание. Сайт также продолжает работать. Также все, только цены вот повысил, потому что 3 года не повышались цены. Спасибо за внимание.